7 общеобразовательных учреждений планируется построить в Щелковском районе за счет бюджетных средств в течение ближайших нескольких лет. Об этом, а также об организации летней оздоровительной кампании говорили на оперативном совещании в администрации района. Все лучшее детям, поэтому строительство учреждений образования находится под пристальным вниманием. И то, что уже ведется, и то, что в перспективе. На контроле работа по возведению пристройки на 275 мест в Медвежьих озерах. Готовность 12%, закончена работа по монолитбетону, по фундаментным работам, началась кладка и завозится уже перекрытие. Объявлен аукцион на строительство школы в Солнечном. Уже в ближайшее время должен определиться генподрядчик, который займется возведением долгожданного объекта. В ближайшее время будет разыграна школа в микрорайоне Солнечный. Наконец-то планируем выйти на площадку где-то уже в конце мая. 24 апреля состоятся аукционные процедуры, и в конце мая будет заключен муниципальный контракт. В экспертизе находятся документы на строительство школ в микрорайонах Жигалово и Чкаловский на улице Институтская. Также предполагается возведение общеобразовательных учреждений в микрорайоне Финский, на улице Шмидта в Щелкове и Новом Городке. Всего за счет средств бюджета в ближайшие годы планируется строительство 7 школ. Еще 3 построят в рамках внебюджетных инвестиций. Также на совещании обсудили возведение ФОКов на территории района. Такой спортивный объект не так давно открыли в Огуневе. А вот в Анискинском работы на стройплощадке приостановили. На данный момент уже практически в течение месяца работы не ведутся. Есть проблемы с подрядчиком. Была поставлена задача главе поселения, ну, совместно с нашим строительным комплексом, либо разрывать этот муниципальный контракт и, соответственно, выходить на заключение нового, либо найти субподрядчика, который на определенных условиях согласится завершить это строительство. Как никогда актуальна тема подготовки к летней оздоровительной кампании. В районе «Принять ребят» готовятся лагеря «Лесная сказка» и «Юноармеец». Продажи путевок начнутся уже 16 апреля. Завершается подготовка в летних наших оздоровительных лагерях, завершаются косметические работы, и я думаю, до 25 мая мы все работы завершим. С 1 июля с удовольствием будем принимать наших юных жителей. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».